все. Итак, друзья, мы хотели показать вам, снять, как выглядит въезд. То есть тут у нас есть, тут около заправки. Можно снять заправку, чтобы видно было. Вот заправка здесь. Вот наш большой склад елок. Вот здесь обозначение елки. Там у нас машина доставки стоит. И еще хотел, можно мне передать. Хотел вас познакомить с Михаилом. Михаил занимается полностью курьеркой всей доставкой, всеми водителями. И сейчас мы расскажем о доставке. Ну, я думаю, лучше, наверное, пройти автомобиль. Пойдемте в машину, там будет теплее. Да, там будет теплее.